Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Вчера был день такой в торговле очень вялый, потому что вчера был день рождения Джорджа Вашингтона, выходной день в Америке, поэтому торги активно не велись. И, ну, я смотрел за биржей, в общем-то, ничего особенного не происходило. Ну, и сейчас тоже, в общем-то, сказать, сильно ничего не происходит с моей опционной стратегией. Прибыль у меня по-прежнему есть, но сегодня с утра я посмотрел, нефть начала несколько падать после того, как она превысила 57 долларов за баррель. Я надеялся, что она будет расти дальше. Если бы она начала расти выше, чем 58, там моя прибыль существенно увеличивалась бы. Но этого не произошло, к сожалению. Сегодня с утра падение некое. И поэтому я решил немножечко передвинуть свою стратегию. У меня не было вот этой позиции. Сейчас вы видите минус 45 проданных колов. Ну, что это значит? Это значит, что вот они сейчас сбалансированы. 58-е колы куплены. Я надеялся, что они начнут расти, но я продал 57-е, ну, просто потому, что они дороже. Здесь вы видите уже call spread, практически построенный, вот эта позиция. Здесь по-прежнему у меня 54 и 53 путы проданы до 54. Нефть, я надеюсь, что не упадет, но тоже буду следить. И давайте сейчас посмотрим на вот такой график. Вот он у меня здесь, вы видите. Вот она, вот как бы плоскость. Вот, если нефть будет ниже, чем 57 и выше, чем 54, то все деньги, которые получены от проданных опционов, они останутся у меня. И давайте сейчас посмотрим, как это отображается в личном кабинете. Вот сейчас я нахожусь в личном кабинете. Вот моя стратегия. Ну, самая нижняя строчка это на доллар, там та моя история другая. Вот, но вот она сейчас текущая ситуация по опционам на нефть. Давайте посмотрим. Минус 45, 57 опционов call проданы по 1,008 доллара за, грубо говоря, баррель. Вот сейчас финансовый результат вот такой, но это только сегодня позицию я эту открыл. Вот эта позиция плюс 45, она открыта давно. Они куплены сейчас. Средняя цена открытия позиции 0,628 долларов за баррель, как вы видите. Здесь я продал по 1,008. Вот если все так и сохранится, то разница между 1,008 и 0,62 останется у меня. От 450 баррелей. Понятно, да? Вот. Теперь дальше что у нас? Кол 60-1. Ну, он несущественный. Скорее всего, он сгорит. Кол 61-й, он несущественный. Один всего. Скорее всего, эти деньги сгорят. И вот здесь вот 300 колов 64-х. Куплено по 0,2 доллара за штуку. Скорее всего, они тем более издохнут. То есть эти деньги будут потеряны. Сейчас из них потеряно уже 34, ну, 35 тысяч рублей. Вот это мои потери. То есть здесь 527 рублей в плюсе, остальные минус 815, минус 996, минус 800, минус 35 тысяч. Фактически это вот те позиции, которые у меня на флангах. И дальше идут те позиции, которые в плюсе у меня сейчас. 65-е у меня сейчас в плюсе, выросли здорово.
14,25. Минус 100. Это тот самый call spread, который я пытался построить, но у меня не получилось. Здесь плюс 300, здесь должно быть минус 300. Но я уже говорил, что мне не получилось допродать. Скорее всего, вот это все, вот эти убытки останутся у меня, вот эта прибыль, скорее всего, сгорит. Вот, ну и на что я надеюсь? На то, что вот эти деньги останутся у меня. Минус 80 опционов put 53 по 1,5 доллара за баррель. То есть 1,5 умножить на 800, это вот деньги, которые у меня должны остаться. Накопленный финансовый результат сейчас 66 667 рублей. Вы видите, да? Вот, теперь дальше. Ну, 54-й, немножечко больше вероятность того, что они прогорят, но их минус 10 всего. Соответственно, 6135 рублей. Ну, здесь нетрудно посчитать, что здесь вот примерно 7 тысяч, плюс 7 тысяч это 14 тысяч, плюс 66, грубо говоря, это плюс 80 тысяч, ну и минус 34. Ну, 35 здесь фактически, минус 36, минус 37, минус 38. То есть, ну, 80 тысяч минус 38, я в любом случае плюс 40 тысяч рублей за месяц где-то вот должен получить, если ничего сильно не изменится. Повторяю, вот она вот моя стратегия, вот она вот планочка, вот от 57 до 50, да, грубо говоря, 3, я очень здорово застрахован. В этом диапазоне, если нефть останется, то все будет хорошо. Если она пойдет дальше расти, ну, придется управлять, придется выкупать вот эти вот колы или продавать вот эти. Ну, здесь ничего страшного не произойдет. Ну, буквально до 60 ничего страшного не произойдет. То есть здесь все хорошо. Ну, а о том, как строить вот эти стратегии, о том, как их понимать, естественно, я буду рассказывать на своем курсе, который сейчас идет, опционы. Цена на него уже повысилась, но записаться по-прежнему можно. Вы видите, что прибыль 40 тысяч несопоставима с той ценой, которая за обучение берется. И целью обучения как раз именно обучить, чтобы вы понимали, что такое опционы, что такое опционные стратегии, чтобы вы могли сами строить, потому что повторить это невозможно, потому что все зависит от времени, up-to-date должно быть, поэтому все нужно очень хорошо просто представлять. То есть моя цель дать не рыбу, а удочку, чтобы вы сами могли ловить эту самую рыбу. Поэтому пока не поздно записывайтесь. Я думаю, что курс начнется немножечко раньше, потому что уже набралось огромное количество желающих, записалось, и ориентировочно где-то 21-22 февраля. Я думаю, что, возможно, я начну уже занятия на курсе. Я уже, значит, там чат организован, уже какая-то деятельность идет. Поэтому пока не поздно записывайтесь. Ну, а на сегодня все. Лайк, спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.